Друзья, всем привет! Меня зовут Олег, я директор этого кафе. Сегодня на контрольной закупке у нас вот такая говядина. Тушеная, рубленая, купленная в магазине «Светофор». Говядина, рубленая, тушеная. 500 грамм у нас в баночке. Вот такая стеклянная банка прозрачная. Там мы видим очень много желирующего вот этого компонента, как его называют, ну или другими словами. Похоже на холодец. Студень. Изготовитель ООО МПК «Потанина». «Потанина» уже довольно-таки знакомый нам производитель. Город, область, Волховский район. Это Ленинградская область, Потанина деревня. Состав. Говядина, жир, говяжий, соль, желирующий компонент, перец черный, лавровый лист. Все. 9 грамм у нас жира, 22 грамма жира, белка 9 грамм. Вес 500 грамм, срок годности 3 года. Давайте пробовать. У меня на канале уже очень много контрольных закупок именно по тушенке. Брал я как-то тушенку в магазине «Фикс Прайс», две банки. Говядина и свинина. Да, кстати, вот, также есть свинина, но это будет в следующем обзоре, а потом, конечно же, сравнительный тест. Что вкуснее, что лучше взять. Стоила она в магазине «Светофор», говядина, 80 рублей ровно. Свинина 79, на рубль подешевле. Вот есть чек. Ладно. Так вот, в магазине «Фикс Прайс» я брал контрольную закупку тоже, говядину и свинину. Но там она была в железных банках. И 525 или 35 грамм. Ну, чуть-чуть побольше, так скажем. Вот. Жир нас встречает, прям жир. Ну, и здесь мы, да, видим тоже, вот, что вот слой жира, и там вот куски мяса. Что хочу сказать по поводу «Фикс Прайса»? Со свининой. Нормально, есть можно. Стоила она там 99 рублей. Одинаковая была цена, что на свинину, что на говядину. Но вкусная оказалась, нормальная, более-менее достойная. Только свинина. Говядину я бы не рекомендовал. Она уже была не такого хорошего качества. Вот свинину бы за 100 рублей 500 грамм, в принципе, можно рекомендовать. Но здесь 500 грамм. И получается 80 рублей, подешевле. Ну, что хочу сказать. На вид довольно-таки неплохо. Конечно, много вот этого вот холодца. Но он, смотрите, прозрачный. На вид он такой не противный никакой. Жирок есть такой, конечно же. Куски мяса вот, но... Так, давайте смотрим на волокна. Ребят, ну вот есть волокна. Что на удивление, да. Смотрите. Есть, конечно, и вот такое дело. Смотрите. Но это однозначно что-то типа желудка, наверное, да, или я не знаю. Но видно, да, как вот такая структура. Но есть и волокна. Небольшие волокна, но есть. Вот волокна. Ладно, давайте пробовать. Да, вот тут какие-то вот кожа, смотрите, видно, да, кожа. Понятное дело, чего ожидать, 80 рублей за 500 грамм, логично. Но есть тут, да, кусочки этого попадаются. Говядина. Соленая, перченая. Ну, однозначно, вот эта говядина лучше, чем та, которая была с «Фикс Прайса». Это однозначно, ребят. Та была прям противная. Здесь нет. Ну, действительно чувствуется вкус тушенки. Слушайте, удивительно. Студень приятный. В меру соленая, ароматная, душистая. Ребят, вот это вот интересно. Вот это удивительно. Я не ожидал, честно говоря. На внешний вид она, так скажем, не особо такая симпатичная. Много вот этого жира. Студень, ну и в то же время и много и мяса. Вы сами видите вот тарелку, в принципе, что я вам рассказываю. Ничего плохого сказать не могу. Никакого потустороннего вкуса, никакого потустороннего запаха. Да, чувствуется вот эта текстура, конечно, перекрученных вот этих вот потрохов и прочих вещей. Она чувствуется, но в то же время чувствуется и мясо, текстура тоже попадается.
Ну, оно так, как вот это все перекручено, переверчено, все переварено, вот это все делает, и в одну массу как бы приготовлено. И получается, по факту, нормально, нормально, нормально. Особенно, если ее, конечно, кто так есть будет, да? Если ее сделать, к примеру, я вот ее в борщ положу, однозначно. Но также, например, можно лапшу по-флотски сделать, картошку потушить. Ребят, это и отличная вещь, 80 рублей за 500 грамм. Интересно будет, что за свинина. Потому что в фикс-прайсе свинина была прям достойная за 530 грамм. А говядина была несъедобная. Так что здесь вот... Так что много роликов на канале у меня есть по контрольным закупкам, именно по тушенкам. Ребят, это плюс. Это 5 из 5. Цена соотношение качества 5 из 5. Однозначно. Ладно, следующая будет свинина. Ждем новых обзоров. До свидания.